Сегодня я вернулся в Brawl Stars. Вот это поворот. Да. Сколько там у моего подписчика? 18 тысяч! У него уже кукуха, походу, поехала. Сори, Кирилл. Где? Стоп. И это еще кто? Будем... А, понял. Понял. Неважно, кто это, но просто забудьте. В общем-то, сегодня я хочу поднять хотя бы до какого-нибудь свой Brawl Pass. Не уверен, что у нас прикольные скинчики. Ну, понятно. Мне, как обычно, ни на что не хватает. Давайте заберем вот всякие награды. У меня очень наград накопилось много. Я ставлю одиночное столкновение, ребят. Я беру Биюшку. Ну да, я давно не играл в Brawl Stars. Так. И давайте начинаем. Стоп, а есть такой тиктокер? Артём его зовут. Сколько у него там кубков? Уже 10 тысяч. Больше, чем у него даже. Игорь блогер. Может быть, еще кого-то найду. Во. Это... Ладно. Плевать пойдет. Просто хотел сделать небольшой пиар, ну и получилось. О, давно не был в бою. Я не разучился играть, правда, мне теперь тяжело стало. Так, сейчас оттуда придет кто-то. А, да ё-моё, не успел убежать. Как же вы меня все бесите. Знаешь, куда пошел? Ты сам иди туда, откуда меня и убил. Вот там ты и сдохнешь в следующий раз. И, ребята, мы даже 22-й не сможем махнуть. Потому что я как нуб играю. Кто не смотрел мое предыдущее видео про то, как мы с Викой трусим в Granny Chapter 2, обязательно посмотрите. Нет. Да ё-моё, Бе, уйди. Уйдите, твари. Вообще не изменился за это все время. И теперь я могу снимать видео хоть каждый день. Потому что все, меня выпустили из 4 класса. Идем в 5, как говорится. О! Да неужели я первого человека завалил? Иди сюда, тварь. Опа. Теперь нужно будет снимать видосы каждый день. И с Вовой тоже скоро видос будет, где-то в начале июня. Блин. Если бы не гаджет, я бы победил бы. 5 место плюс 2 кубка. Реально какой-то нубик. Там, по-моему, ничего интересного на 21 уровень не дают. У меня уже давно никто не падает. Кстати, хочу вам посоветовать канал, называется один Юля и Сеня. Очень интересный канал. Это там видео с моей сестрой тоже выходит. Так. Эх ты ж крыса. Да ё-моё, тупая роза. Я думаю, что Brawl Stars для меня вообще не подходит. Ну какой-то... Слишком странный. Что он все лагает. Мне еще надо 46 жетонов. Это долго копить. Мы забыли посмотреть, какая награда с вами будет. Я мог, кстати, забить даже 11. Я не почему-то. Солосо.
меня лагает, отвали. Да я не могу ходить. Не, ну... Уверенный вопрос. Я не хочу в это дерьмо играть. Вообще несправедливо как-то. Что там будет-то за награда? Не знаю, всякая ерунда. Да, и мы идем ради вот этого тока. Что будет, если у меня будет 34 гема? Конечно, ничего. За 34 гема можно будет купить только вот этот скин, который мне тупо не нужен. Мне на бойцы, которых я уже не получаю с февраля. Клуб, в который даже никто не вступает. Всем привет, с вами я, Читер. Тут только подписчики канала Читер. Да. Но Андрей еще, по-моему, не подписчик. Только подписчики могут вступить. Вступайте, если хотите, ко мне в клуб. На 100 подписчиков розыгрыш между теми, кто в клуб вступил. Мы сейчас требуем 90 подписчиков. Все. Потому что... Здоров. Вот так вот надо. Да, я крыса, и что? Но зато хотя бы какое-нибудь нормальное место. Шушлык. Это я знаю, кто это. Герман Графов. Из класса. Да ём это. Я ничего не вижу. Помогите, что бьют. Нет! Как же меня эти фальс... Можно вы отстанете. Ладно, ребята, всем пока. Наверное, сейчас запись сама закончится. Невозможно так играть. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Наверное, это вам не интересно будет. Но я постараюсь сделать какой-нибудь масштабный контент, очистить все-таки свою память и наконец-то снимать видео по 30 минут, чтобы нормальные игры снимать, а то пока что не получается.